Animation. Добрый день, Генеша. Я восторгаюсь вашей целеустремленностью, вашим бойцовским характером. Вы, несмотря на всю критику, остались верны своему полезному делу. Если вы объяснили себе, зачем вы это делаете, для чего вы живете и прочие вещи, и все это еще вдобавок проверили на практике, убедились в эффективности того, что вы делаете, осознанно пришли к разного рода вещам, выводам и прочее, убедились в их эффективности, которая вас выделила из общей толпы, из биомассы. Что их слушать? Вот что их слушать? Одно дело, что-то бы полезное было, что вы применили и сказали, да, вот это вот работает. А просто-напросто, смотрите, просто какая-то критика идет, которая, как бы сказать, лишь бы так сказать, без всякого обоснования, вот как насчет вот этого чистки печени. Помните, сколько там, вот кто посещает канал, сколько там разного рода критики были, что эти камни там образуются от смешения лимонного сока с оливковым маслом, что это они не выходят, что это вообще эта процедура ерунда и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Сколько я на эту тему говорил, вот если там это их послушать, то все там брось, этим делом не занимайся, и грубо говоря, а что вы посоветуете? Да ничего не посоветуют. Ничего не посоветую, обращайтесь к профессионалам. А я уже обращался к профессионалам. Мне вырезали аппендицит, который мог бы благополучно быть, после которого возник геморрой. Мне вырезали гланды, после которого гайморит возник. Мне еще кое-что там, многое там сделали такого, насчет особенно там зубов, что только к ним обратись. Вот, поэтому я предпочитаю своей головой думать. Остались верны своему полезному делу. И я все больше и больше убеждаюсь, что тематику здоровья, тематику жизни изучай, смотри, практикуй, отбирай лучше. Почему там кто-то достиг более лучших результатов, чем ты. Применяй их, не ленись там. Как эту лень там избежать? И будет получаться у тебя. То же самое в спорте и так далее. Там многое чего говорю. И будет верность твоему полезному делу. Я уже 26 лет живу и молюсь за вас. Спасибо. Состояние здоровья 42 года было на грани. Я не хотела жить. Но видите, можно... Вот почему в 40 там где-то лет состояние здоровья приходит на грань уже? Почему человек выработался? Хотя он может еще жить. И не то жить, и быть здоровым. И, оказывается, из-за того, когда он живет самотеком. Знаете, вот ест, не соображая, что он, как он ест. Живет, не соображая, что вот так вот все живут, ходят на работу, там делают то, все, пятое, десятое, там, так далее. Ну, как все. Вот мы живем, как все. Живете, как все, значит, получаете результат, как все. Как только вы начнете несколько по-другому жить, так, чтобы другим не мешать, а вот именно то, что у вас есть, полезное, творческое, человеческое, начинаете это культивировать, получаются совершенно иные результаты. Так, видите, 42 года, все, человек, вот как все, все, и 42 года, что вы хотите? Значит, было на грани, я не хотела жить. А человек не хочет жить, знаете почему? А потому что у него возникает душняк в его собственном теле. Тело – это для нас дом, в котором должно быть чисто, светло, хорошо, приятно пахнут, проветриванные, так сказать, комнаты и так далее. А у нас там душняк, у нас там боль, у нас там нету ни счастья, ни любви. Мы не можем высказать открыто свое мнение в окружающее, а вдруг они подумают, что мы там это самое свихнулись или еще что-то. И в результате, да, нам не хочется жить, мы не можем жить из-за того, что вот такая вот создалась атмосфера. Душняк в своем собственном доме, душняк в своем собственном сознании. И человек не знает, а как из этого вырваться. Смотрите на меня.
Я не хотела жить. Объяснил почему. Болело все тело. Все тело болело. Когда все что-то болит, естественно, там не до житья, не до наслаждений, не еще до чего-то. Потому что боль, все, она вам все перекрыла. Для того, чтобы включилось одно ваше сознание и начало работать на то, как из этого выйти, для того, чтобы, в конце концов, пожить совершенно иной жизнью, жизнью более здоровой, которую вы не знали до этого. Вообще некоторые люди с самого рождения не знают, что такое здоровье настоящее. Итак, болело все тело, энергия покинула. Ну, энергии нету, что делать? А я еще молодая была, и когда нашла ваши книги, я с головой окунулась в ваше учение. Это не мое учение, это общечеловеческое учение. Очень важно собрать вот это все знание, обработать и показать, вот оно, великолепие, смотрите, да вы можете жить совсем другой жизнью. Вы надумали в 42 года умирать? Постойте, да вы еще можете, знаете? Итак, окунулась в ваше учение, и через 6 месяцев я стала другим человеком. Появилась неиссякаемая энергия, перестали беспокоить ноги. Я просыпалась утром, и ничего не болит. Я благодарна вам за подаренную мне жизнь. Низкий вам поклон и крепкого здоровья. Огромное вам спасибо, анимейшн. Но, смотрите. Я благодарна вам за подаренную вам жизнь. Эту жизнь вы сделали сами. И это намного более приятнее и более лучше, нежели кто-то вам что-то подарил. Вы стали творцом своего собственного здоровья. А вы можете быть творцом своего собственной жизни, своего собственного успеха. Вы можете творцом вообще всего мира. И если скажете себе, что я хочу, чтобы мир был вот таким-таким-таким-таким, и каждый, если из нас напишет, что он хочет, и добьется того, чтобы это было законодательно закреплено и исполнялось. Это все в наших силах. И сразу все это исчезнет. Вот этот мрак, который здесь имеется. И кто-то тут нами тут управляет и так далее, и так далее. И решает, что ты можешь жить, а ты не можешь жить. Ты можешь быть здоровым, ты не можешь быть здоровым и так далее. Хотя они сами не здоровы. Они больны и физически, и умственно. И порождают вокруг себя вот такой вот мир. Извращенный, больной. Это все в наших руках. Немножечко, видите, как завернул. Так что все это мы можем сделать. И можем сделать, не то, что там, ни бог, ни царь, ни герой, которые там придут и через сколько-то там сделают, и что-то там поменяют. Поменяйте свое отношение к себе. И мир поменяется вокруг. Молодец, анимейшн. Так держать. Включила свою собственную голову, проявила свою волю, решимость, а знание-то общечеловеческое. И вот вам результат. А не то, что я там просто пил мочу, чу-чу-ру-чу-чу-чу-чу, а потом вот у меня через полгода вот токсическое там заболевание этого, печени. Вот такую связь, знаете, сделал и все. И 20 лет я так и хожу и так далее. Значит, плохо. Вот знаете, вот я хочу сказать, что вот когда человек все это вот терпит, и он вот терпит вот то, что имеет. Да, болит и болит, живу, да, живу, и все нормально. И он вот так вот тянет и тянет, знаете, и не живой, грубо говоря, и не мертвый. А когда так припекет, чтобы человек коренным образом себя изменил, вот тогда получаются результаты. Вот тогда появляется то, что вот он делает жизнь совершенно по-новому свою, совершенно иную, нежели ту, что у него ранее была.